Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы снова играем на проекте Shadow Non RP. Итак, давайте посмотрим, что здесь еще есть на сервере. Я уже делал обзор этого сервера, можете найти на канале. Кстати, у меня пропало... А, мы же можем ТП, хотя точно. Здесь админка, кстати, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, да, здесь есть админка. Все команды здесь есть. Так, давайте ТП. У меня тачка на шане стоит. Так, да... Нам нужны поселки, фракции, остальное. Нам нужен Анашан, во. Здесь стоит моя БМВ. Вот она, моя красавица. Кто-то почему-то винил слетел. Ну, ладно, не будем его вставить. Сейчас просто поедем, посмотрим, что здесь еще есть. Здесь, по-моему, можно семью создать. А, здесь и так семья есть. Создать семью, вот. Маке Фам. Имя семьи должно быть... Ага, давайте вот так вот сделаем название семьи. Family. Так, family. Кирилл Гейм напишем. Кирилл Гейм. Давайте так вместе напишем. Кирилл Гейм. Все, вы создали семью. Family Кирилл Гейм. ID 2. Окей, так, пишем теперь F-Help. Так, чат семьи Фа, кикнуть из семьи только для основателя. Посмотреть всех семей на сервере. Так, FAMList. Давайте посмотрим. FAMList. Итальянская мафия. Ночные совы, итальянская мафия и моя Family Kill Game есть. Все, всего лишь 3 фамы. Ну, довольно-таки немного. Кстати, онлайн сейчас 30, хотя сейчас всего лишь 2 часа дня. Ну, довольно-таки неплохо. Всего здесь 60-80, точнее, слотов. Поэтому сервер может даже забить под вечер быть, я так предполагаю. Так, принять в семью Go. Пригласить семью только для создателя. Фейнвайт. Хорошо, уйти с семьи. Фэллавы. Окей. Так, давайте по телепорту пробежимся. Так, остальное. Рублевка 2. Ага, огромный лабиринт есть здесь. Давайте посмотрим, что это такое. Огромный лабиринт, что такое, не слышал. Так. В натуре здесь есть лабиринт, пацаны. Лол. Блин, а... А здесь будет прикольно, дайте в прятки там, типа, поиграть в лабиринте этом. Было бы реально круто. Здесь есть такой вот большой лабиринт, в котором... Я не знаю, где здесь выход, типа, должен быть. Так, стоп, тут, по идее, тупик. И здесь тупик. Так, стоп, значит, сюда идем. Во-во-во, так, мы нашли уже выход почти. Так, это выход, да? Это у нас выход. А, здесь еще один лабиринт есть, пацаны. Пацаны, блин, это капец. Это просто жесть. Так, я хочу скриншотик вот такой сделать. Блин, а вот эта система крутая, лабиринта на самом деле, смотрите. Такие, знаете, три типа лабиринтов, я так понял. Вот такой черный и там где-то вот, горный вот такой вот лабиринт. Блин, очень круто все выглядит, смотрите. Блин, вот это топчик, конечно. Много просто лабиринтов здесь, я не знаю, здесь выход. Так, вот еще поворот, и вот, так, здесь сюда мы пройти не можем, здесь закрыто, там какой-то стол стоит и стол. Не, ну очень круто выглядит на самом деле, прям топчик просто, лабиринты вот эти, разные, короче, да. Просто бегаю по лабиринтам, пацаны, это реально круто. Так, здесь еще какой-то проход есть, видимо, да? Да, здесь, смотрите, компьютер, типа, такой. Блин, ну это круто, блин, реально, это очень круто. Я такого еще нигде не видел, серьезно. Видели ли вы подобное, пишите в комментариях. И можете сами зайти, кстати, здесь побегать. С друзьями, либо, может, самому, не знаю, как я. Не, ну очень круто, давайте еще посмотрим, что здесь есть интересного. Ой, есть обычный лабиринт. Так, окей, вот, еще один лабиринт есть. Давайте здесь побегаем. Так. Деду круто тоже. Видите, лабиринты. То есть вам здесь скучно не будет. Это самое главное.
С друзьями здесь реально можно хорошо повеселиться, потому что есть вот такие вот лабиринты, в каких можно заблудиться. Можете просто с друзьями в прятки играть, там выключить через ММ ники, по идее, да, можно же включить. Команды, настройки, чат организации. Сейчас, ну, короче, можно будет здесь играть. По-любому нормально. Так, вот такие вот лабиринты здесь тоже есть. Так, давайте пройдемся дальше по телепорту. Остальное. Океанариум. Чё? Ядрить твою налево, пацаны. Чё? 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 Вы такое видели когда-то? Я хочу слэпнуться, ну слаб. Хочу сейчас слапнуть. Так, слаб. 23-й. Чё? А, это надо уровень, да, определенный, типа. Ладно, блин, это круто. Это просто охрененно. Это... Я такого никогда в жизни просто не видел. Пацаны, это просто жесть. Я такого в жизни не видел. Океанариум есть. Океанариум, пацаны. Это пипец. Это реально просто пипец. Так. Блять, у меня что-то с лицом произошло. Это пипец просто. Лол. Океанариум просто, пацаны, блин. А ну, что тут у нас еще есть? Так, стоп. Капец тут, блин, это жесть. Так, музей есть, есть музей. Так, давайте по музею побегаем. Ну, реально здесь очень круто, пацаны. Есть музей. Много всего из маппинга крутого есть на этом сервере. Еще админка при входе дается, если что. И бонус. Я не помню, сколько бонус, но бонус здесь есть. Видите, музей. Ну, музей такой себе, но Океанариум меня просто, блин, убил, реально. Я просто такого еще не видел. Так, прыжки с самолета есть даже. Ну, это система типа как на Амазинг, я так понимаю. Не, ну, прикольно, кстати. Так, остальное давайте посмотрим. Прыжки с самолета, новая рублевка. Канализация есть. Так, стоп. Давайте еще раз тпхнемся. Есть канализация у нас здесь. Так, Океанариум. Во. Ну, канализация. Ну, как канализация, что? Здесь интересного ничего нету. Давайте пойдем дальше. Пучки с канализацией. Остров Мальдивы. А ну. Не, ну, подобно вот этот остров я Мальдивы видел. Ну, тоже очень прикольно. Так, остальное. Остров 3. Вот, а, тут домики продаются, кстати, видите, тут дома есть. Тут вы можете покупать домики. Так, окей, остров 2. Опа, здесь тоже какой-то остров есть. Ага, да, внутри это остров, кстати. Ну, видите, даже вода поднимается. Так, и остров 3. Ну, тут тоже прикольно. Блин, ну, очень крутых мест именно прикольно. Но именно вот Океанариум меня просто убил. Это просто, блин, это как? Блин, а как можно было такую красоту сделать? Я просто себе не представляю даже. Это очень круто. Я думаю, вы тоже такого нигде не видели, пацаны. Это стопудово. Так. Анашан, рублевка 2, дальнобой, рублевка. А ну, что за дальнобой? А, дальнобой у нас здесь находится, типа... Где-то, да? Окей. Так, города Южный. Давайте в Южный тпхнемся. Модпак здесь еще стоит. Ну, да, это бывает. Просто админ некоторые бизнесы просто ставят. Непонятно как, и все. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, пацаны. Просто заходите. Реально советую всем заценить Океанариум. Просто заходите, пишите вот так тп. И вот, посмотрите, лабиринты, вот. Вот советую вам Океанариум посмотреть, лабиринт. И огромный лабиринт. И музей еще можете глянуть. IP будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.